Следующая песня. Это была очень веселая песня, да. А следующая песня, она очень и очень грустная. Даже не знаю, как начать. Дело в том, что вот Рудольф не даст соврать. Это очень известная песня, написана венгерским композитором, пианистом Ражи Шерешем в далеком 1934, если не ошибаюсь, году. Ражи Шерешем был таким пианистом, играл по кабачкам в Будапеште. Примерно как наш Евгений Яковлевич сейчас. И вот сочинил такую песню, она стала очень известной. В Будапеште записали пластинку. Пластинки разошлись, она стала популярной. Попала в Америку, там тоже ее записали. Это был хит. И вы знаете, что любопытно, по миру прокатилась волна самоубийств. И рядом с бездыханными телами находили ноты, записи грампластинки с этой песней. Да-да-да, недаром ее называют венгерская песня «Скрутница». Она известна также под названием «Думи Сантей». Сейчас мы вам ее исполним. Песня.